Памятник, посвященный первому директору зоопарка Герману Кассу, с барельефом на постаменте. Искусственный камень, 1913 год. Скульптура Вальтер фон дер Фогервейде, 1930 год. Обыкновенная зеленая игуана. Вот ее видно. Давай же, я не могу.
Это скульптура «Орангутанг» 1930 года. Головой. Ма, жаль, что я планшет взял. Фу, не взял. Он на человека похож. А там лама еще. Это бизоны. Это ламы. Thank you.
Зебра. Мне кажется, он колесо разглядывает. Пойдем дальше. Дима, пойдем. Дальнейшек еще не дорос. Давай, 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 давай. А присаживай этот аппарат. Вон она, Наиля, Наиль. Какие банки. Ой. Всем ребенок с аппаратом. Наиля! Иди сюда. Я хочу сейчас вот ее покажу. Иди, медведи, сними. Глянь, какие красавцы. Давай, Марьян, становись. Давай с медведями становись. Повернись, давай повернемся с мишками. Дай карету. Ой, давай. Мама, они же могут ногах выступать. Они что творят? Ничего не мешают. Нет, он дает яблоки, чтобы... Сейчас, пора. Ну иди, возьми яблоки. Возьми. Олег. Слили. Он не ленит, он пойдет. Одно поднял. А он у яблочка упал. Ну смотрю я, ну. Я хочу дать яблочко. Вот.
День рождения дорогу. Представление медведей, представление медведей. Они кушают кровь. Смотри, это представление, да? Мне будет жалко, если он, конечно, в полку упадет. Они вон сами, они такие, а там типы есть, да? Пойдем дальше. Хорошо, пойдем. Нет. А у меня места нет. Хорошие. Вообще, пойди сюда. Классные мишки. Сейчас от него мишки. Я бы сказала, что они худые. Посмотри, какие они. Упитанные очень даже. Кормят они их, ну, это самое. Но мне больше всего это мадам понравилась, которая постельку все постелила. Ты видел это? Да? Конечно, я рядом стою. Я решила, что там ползал. Я все переживала, что он упадет. Вот А тут и папиры есть? Нет, папиры. Уцепился рогами, выйти не может. Люди добрые, тащите, ты сейчас объемся. Они прям, они прям вот так собрали. Видишь, как нет? Это прям как на коленях, на рот, на рот. Голубой баран. Башка, пошли! А они могут пить? Они сейчас, по-моему, мы с тобой какой-то мультик смотрели, а что они сейчас стреляются? Там до мультики, по-моему, были. Да? Мама, знаешь что? Давай к козликам не пойдем, да? Пойдем к тиграм. Дикообраз. Мама, дикообраз. Мама, дикообраз. Ой, какой красивый дикообраз. Варя, видела? Смотри, какие иголки это у него, какой ежик, а такой большой-большой. Видишь? Мама, дикообраз. А вон еще один. Потому что первый раз, за сколько времени мы попали на дикобраза? Все время они где-то.
Там еще один, там еще один дикобраз. Да. Второе. Здесь их это. Вот здесь они защищаются, иголки. Раз. И детский дикобраз. Ма, их можно гладить? Можно? Ага, пугаю. Ага, дикобраз. Мама, их можно гладить? Конечно, конечно, да. Но он колючий. О-о-о! Не уходи, не уходи, пожалуйста. У меня дал сход. Да. Второй уходи, давай. Да, поехали.
ворона. Там у нас тюлени есть. Вот, сказал, что он устал. Какие-то на море похожие. Знаешь, что это такие? Кто это? Светлая аравана. А это кто за... Вот это кто за маскировался? Это Плекостомус. Вот этот? Да. Плекостомус. Видишь, Плекостомус. Не замаскированный? Угу. Нет. Намаскированный? Не спрашиваю. Нет, просто. Просто лежит. Видишь, у меня какая шерсть? Вот она, зяба. Зяба. Май, не вставай. Вот там зебра какая-то. Какая-то там зебра.
Туй. Такая. А он висит там, смотри, наверху. Они такие интересные, такие какие-то смешные. Все ходят, рыщут, им тут еду везде прячут, чтобы они не стали. Знаешь, как это? Деловые колбасы на такие. Такие. Залез там и качаешь. Любит это дело. Вот, смотри. А, шачки? Хвостик там торчит. Ага. О-хо-хо. Да, я видел. А где хвостик? А где он лежит? В Америках? А? По-другому? Японский перепел. Обыкновенная зеленая игуана. Вот ее видно. Я его лицо не вижу. Не надо.
Я там уже ходила, считала. Я думаю, это медведь. Обалдеть.
Смотри, сколько они. Откладывают они. Обыкновенный удав. Вот, я нашла. Смотришь себе? Да. Вон вторая себе. Вон, третий, вон четвертый, и вон пятый, да. Ну, они такие же, да? Здесь 8 квакш, но они прячутся в основном. Чувак уже... А, вон лежит, смотрите. А нет, это перепелки. Это перепелки. Да. Их вместе с вами. А тут видели, что здесь? Вон. Лежит.
тюрьки, я видел, они такие живее, бодрее немного. Так у них так не висит. Он прям учится.